Омский спорт на грани катастрофы и вымирания. Но партия власти видит эту сферу прекрасной и медалиемкой. Круглый стол по развитию физкультуры и спорта в Омской области прошел накануне, и дискуссия выдалась жаркой. Сухие отчеты чиновников и радостное рукоплескание депутатов от «Единой России» закономерно и убедительно перебил своим выступлением депутат законодательного собрания от КПРФ Константин Ткачев. Его основные доводы о нерациональном использовании региональным министерством спорта бюджетных средств, о раздутости административных штатов подведомственных учреждений, об интересе к спортивным функционерам Следственного комитета и прокуратуры, о сокращении ставок тренеров и оттоку спортсменов в другие регионы вызвали шквалистую неубедительную атаку на молодого парламентария. Но испытавший на себе всю спортивную составляющую коммунист сделал то, о чем многие молчат – высказал мнение тренеров, спортсменов, специалистов и родителей. Естественно, оно чиновникам не понравилось, но зато удалось смахнуть пыль с розовых очков представителей власти. Не надо врать самим себе. Физкультура и спорт у нас загнивают. Нет никаких перспектив развития. Радоваться, к сожалению, особо нечему. Бюджет нищенский, спортсмены уезжают, финансовые махинации процветают. Родители за свой счет отправляют детей на соревнования. Попасть, к примеру, на спортивные объекты просто так, побегать или поиграть, практически невозможно. О какой доступности и к занятиям физкультурой и спортом можно говорить в таких условиях? Надо создавать предпосылки для того, чтобы народ занимался физкультурой. Но, увы, статистика говорит об обратном. А мечи стали меньше проявлять себя в спорте, а чаще посещать поликлиники и больницы.